Привет. Мы приехали в Спринг-Лейк. Здесь так красиво. Я сейчас таких птичек видела. Они такие смешные. Какие-то коричневые. У них крапинка вот на брюшке. В крапинку. Так я еле дождалась, когда эта машинка отъедет. Потому что она загораживала такой вид красивый. Здесь в Спринг-Лейк два входа. Один для кемпингов, там надо $7 платить, и этот, большая машинка останавливается. А вот с этой стороны вход бесплатный, такие на легковушках можно. Здесь даже вот кто-то живет, наверное. Вот такая ель. Кто там курлыкал? Так, гора. Вон там. А вон они, по-моему, ходят, эти птички. Нет, это собаки. Нет птички. Ну ладно, потом я как-нибудь покажу. Вот хочу вот эту ель показать. Вот один сорт ели, а вот другой сорт. Вид. А вон та же и третий, по-моему, вид. Ну ладно, отключаюсь. Вот мы уже вступили на эту трейл. И пойдем, там 4 мили, что ли, если я не ошибаюсь, или больше. Я просто хочу показать вот это, вот очень красиво здесь. Ну, чем-то чей-то дом. Я вот вверх поднимаюсь, поэтому дышать тяжело. Кто там курлычет, а? Вот не знаю. Так, идем туда. Это все вверх, сильно вверх. Вот трава такого цвета изумрудного. Листочки только появились вон. Ну, весна. Какой сегодня? 19 февраля. Очень сильно вверх. Все, отключаюсь. Вот между этих кустов озеро, если видно, там вот голубое просвечивает. Это, по-моему, натуральное озеро. И вот туда спускается вот так вот этот холм. Ну, здесь никто не ходит. Деревья растут. Вон оттуда я пришла. Так, я не хочу гражданина показывать, американца. Американского гражданина. Вон оттуда я пришла. И вон туда мне еще надо подняться. Так, и там болотные птицы какие-то. Вот здесь лучше видно озеро. И этот. Там то ли земля, то ли на озере что-то плавает. Я не знаю, хорошо будет это видно озеро или нет. Вот это дуб. Это дуб. Так. В общем, я вот здесь вот снимаю, да, а мы пойдем в другое место. Меняем локацию, потому что мы туда уходим, вон туда вон, а это от озера мы уходим. Сейчас мы поедем в другую сторону, там Хаггинс парк, что ли, какой-то, не знаю я. Туда пойдем. Уже вот, получается, третье место, не туда заезжаем. Ну, потому что не знаем ничего здесь. Очень красиво. Очень красиво. Вот я не знаю, показать дерево, корни. Покажу. Какие-то вот цветы растут, такие вот одиночные. Фиолетовенькие. Нет, дерево далеко. Ну, вот здесь вот видно корни. Так что потом будет с другой стороны озера. Поедем. И пойдем. Это не отключается же. Я, когда вот это увидела, я дар речи потеряла. Вот огромную площадь воды заняла вот это вот, что на поверхности плавает там. Я не знаю, что это плавает. Сейчас я приближу. Вот отсюда кажется, что это маленькое. А я так вижу, там огромная площадь. И вот она вот в таком этом... Типа как водоросли, что ли. Какие-то растения растут прямо на воде.
Что это может быть, мох или что? Это же не земля. И вот горы вокруг, и вот там вниз. Так, ну вот сейчас я вижу очень много, а на экране у меня там кусочек маленький озера. Я прощаюсь, потому что уже в другое место я не поеду, устала. Поэтому я сейчас показываю rest area. Там вот даже у кого-то этот... Ну, это не мангал, а гриль. Они там... Вон огонь видно. Зажгли гриль. В общем, вот здесь еще rest area. И если там туда пойти, может быть, там вниз к воде можно пойти. Но я уже все, домой хочу. Дома дела ждут. Все, пока.